Минувшей осенью в Китае был модернизирован седан Hyundai Verna. И это был сигнал, что рестайлинг российского Соляриса не за горами, ведь китайская Верна для него – ближайшая родственница. Не знали мы лишь, каким будет обновленный седан для России. Сама же компания Hyundai не стала затягивать премьеру, но пригласила в Петербург как будто по другому поводу. Завод Hyundai Motor в городе Санкт-Петербурге выпустил 2-миллионный автомобиль. По счастливой случайности юбилейным оказался обновленный седан Solaris. Петербургскому заводу Hyundai исполнилось 9 лет. Это один из немногих автозаводов в России, который работает не в полсилы, а на полную мощность. По 3 смены 5 дней в неделю. По прошлогодней статистике, каждый 6-й выпущенный в России новый автомобиль – продукция питерского завода Hyundai. План на нынешний год – 230 тысяч машин. Помимо Солярисов, здесь выпускают родственные седаны Kia Rio и компактный кроссовер Hyundai Creta. Локализация производства достигла 50% и вырастет еще с запуском завода двигателей в следующем году. Солярис же на питерском конвейере обосновался с самого начала в январе 2011 года. Спустя 3 года первое поколение седана прошло рестайлинг, а в 2017 вышла нынешняя вторая генерация. Плановый рестайлинг принес Солярису диодные фары, линзованные противотуманки и увеличенную ячеистую решетку радиатора. Обычно хромированных версий больше не будет, а вот такая с отделкой темным хромом положена Солярисом в старших комплектациях. У базовых машин решетка будет матово-черной. Юбилейный экземпляр украшен оригинальными 16-дюймовыми дисками цвета антрацит. В передний бампер впервые встроены датчики парковки, а боковые зеркала научились автоматически складываться. Суть модернизации дизайнерская. Но в отличие от китайского седана Hyundai Verna, который до сих пор был полным близнецом нашего Соляриса, российские дизайнеры не стали так радикально менять внешность ни спереди, ни сзади. Наш обновленный седан гораздо скромнее и консервативнее. Впрочем, это только хорошо. Новые задние фонари по форме полностью повторяют прежние. В бамперы встроены эффектные вырезы и горизонтальные светоотражатели по современному техническому регламенту. Прямо посреди презентации нас выгнали с завода, потому что предприятию нужно выпускать новые солярисы, более чем 2-миллионные. А вот это салон, причем в приветственной версии, которая будет доступна только на старте продаж. Специальное исполнение с обивкой из кожзаменителя, красной прострочкой на руле и вставками на дверях появятся у дилеров в марте. Главное изменение в интерьере – это вот этот увеличенный до 8 дюймов экран медиасистемы. Он доступен только в старших комплектациях. И поскольку его приходилось увеличить, то, соответственно, у него новое обрамление и новое оформление дефлекторов. Медиасистема поддерживает протоколы Android Auto и Apple CarPlay, однако она не поместилась в прежнем гнезде, поэтому слегка возвышается над панелью и потеснила центральные воздуховоды. Инженеры обновили интерфейс и актуализировали операционную систему Android до версии 4.4. Вдобавок, в топовой комплектации Solaris оснащается сервисами Яндекса. Правда, их здесь всего 2 – навигатор и голосовой помощник Алиса. А вот покупатели базовой комплектации с 5-дюймовым черно-белым дисплеем изменений в салоне не заметят вовсе. В отличие от китайской Верны, нам недоступны полностью цифровые приборы, зато в них встроен цветной экранчик. Ну и в салоне стало больше глянцевого пластика. Задние пассажиры получили собственный USB-разъем, а в водительское сиденье наконец-то встроена регулировка поясничного подпора, причем с электроприводом. Создатели рапортуют об улучшенной шумоизоляции. Например, вместо пластиковых подкрылков использован спрессованный войлок. Шум из колесных арок на 2 дБ снизился для задних пассажиров и на 1 для передних. Техническая начинка Соляриса почти не изменилась. Блоки управления двигателями новые, но изменений в потребительских свойствах нам не обещают. Заметное новшество – это появление дистанционного запуска двигателя и климат-контроля. Меняться постепенно, консервативно. Солярису написано на роду, ведь для марки Hyundai в России это главный бестселлер, краеугольный камень. Из 2 миллионов выпущенных автомобилей 930 тысяч приходится на эту модель. Немного уступает ему Kia Rio и практически в 3 раза кроссовер Creta. Цены уже объявлены. Solaris предложит в 4 стандартных комплектациях. Плюс та самая ограниченная серия Special Edition. А синий 2-миллионный седан уже подарен детскому хоспису в Санкт-Петербурге.